Этой премьеры в Крыму ждали больше полугода. Светодиодный экран, современная обработка вечной классики, даже оркестр из привычной ямы переместили на сцену. Новые костюмы, яркая хореография и динамичное действие, которое ни на секунду не дает отвлечься. Несмотря на очевидные главные роли, самого Дубровского и его возлюбленную Машу, каждый персонаж стоит отдельного внимания. Например, у заслуженной артистки Крыма Ольги Котляренко получилась харизматичная разбойница, которая лихо отплясывает и поет. Это не было сложно, честно. Это было в кайф, это было классно, это было здорово в атмосфере любви, задора, тепла, смеха, юмора. Ну, а так тело в порядке держим. Где-то, может, сложно было, но ходят же люди в тренажерный зал, чтобы себя в форме держать. А нам не надо. У нас все это есть на работе, чтобы и публику держать в хорошем тонусе, и себя тоже. Мюзикл «Дубровский» стал настоящим вызовом для артистов театра. Оперным вокалистам пришлось освоить эстраду, джаз и даже рок. Всю музыку к спектаклю написал Ким Брейдбург, композитор, в арсенале которого более 600 песен для звезд российской эстрады, включая Аллу Пугачеву. Ребята, после спектакля мне говорили, что им было приятно работать над таким материалом. Они какие-то там, может быть, для себя открыли новые краски. Даже в себе самих просто, может быть, обнаружили те какие-то качества, которых не знали раньше. Мне кажется, что если это будет продолжаться, то у театра есть гигантская перспектива, потому что за этим, еще раз повторю, может быть, за этим будущее. Наблюдая за любовной историей, зрители не успевают перевести дух и сами становятся соучастниками действа. Прямо между рядами сыщики выслеживают Дубровского. Очень интересно было ощутить себя на месте такого Робин Гуда современного, так скажем, переплетение эмоций. Конечно, это достаточно сложно, но мы пытаемся этого не замечать, так как интерес преобладает. В масштабной постановке задействован весь театр – хор, оркестр, балет. Перед режиссером Владимиром Косовым стояла непростая задача – поставить мюзикл с размахом, прежде в Крыму невиданным. Репетиции совпали с перебоями электричества, но даже это не помешало блестящей премьере. Может быть, этот бы свет стоило в какие-то дома, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что люди, пришедшие из темных квартир сюда и получив какие-то эмоции, может, это дорогого стоит, потому что не успел от бомбардировок еще стоит Берлин, а Питер Брук ставил свой первый спектакль, понимаете? Премьера мюзикла вызвала шквал эмоций. Зрители аплодировали стоя и долго не хотели отпускать артистов со сцены. Динамически, здорово, красиво, интересно, захватывающе, прекрасная интерпретация, супер, скажу еще. Потрясающий восторг, талантливейшие герои, музыка, танцы, все просто идеально. Последний раз я что-то подобное видел на постановке рок-оперы «Моцарт», которая французская, да, парижская, вот. И увидеть в родном городе парижский уровень, да, можно представить, что «Де Форж» не просто в гостях, да, а и прописался в Крыму. Это очень здорово. Мы же призываем вас самим оценить мюзикл «Дубровский», ведь такие события делают нашу жизнь ярче.